Организация «Корпоративное питание», которая теперь кормит кировских школьников, представила новое меню для школьных столовых. Какие блюда появятся в рационе ребят и когда? В следующем сюжете. По словам директора организации «Корпоративное питание» Веры Захараш, было принято решение от ныне действующего меню отказаться. На практике выяснилось, что многие блюда школьники попросту не едят. Лапшевники с творогом, каши в основном регулярно выкидывали. Поэтому были проведены встречи с заведующими столовыми, директорами школ, то есть с теми, кто непосредственно знаком с гастрономическими предпочтениями детей. И меню пересмотрели. Вот только некоторые новшества. Планируем, по крайней мере, ввести, то есть это супчики более легкие, то есть с фрикадельками, которые дети кушают, бульоны с гренками, с курицей, борщи оставить, суп гороховый, то есть минимизировали вот эти тяжелые супы, которые дети не кушали, это крестьянские, рассольники дети не едят вообще, то есть мы это хотим исключить. А что касается вторых блюд? Во-вторых, тоже в основном детки любят, мы знаем, что это котлетки, да, то есть какие-то запеканки в том числе, то есть плов, жаркое хотим ввести, то есть все как бы планы такие. Вот, а дети, опять же, любят сосиски, ну, которые считаются мега вредными. Будут сосиски? Нет, сосиски у нас в любом случае есть, потому что один раз они присутствуют за 12 дней. После того, как новое меню было составлено, его передали на согласование в Роспотребнадзор. Меню исследовано, проведена экспертиза и направлено на доработку. С рекомендацией устранить все несоответствия, привести в полную как бы, нормативную как бы, базу в соответствии с полной нормативной базой и представить на повторную оценку. Одно из нарушений – на ряд блюд не были представлены технологические карты. То есть рецептура с описанием технологического процесса и температурой отпуска блюда. В настоящее время меню дорабатывают.